Очень легкий салат, который можно сделать, но займет у вас натереть морковь, вот время только на это уходит. И вот смешать минут 5, не больше, это все займет. Делается все очень легко, но при этом очень вкусно получается. Подходит, можно сказать, к любым блюдам, но особенно вот курица, если курица жареная, тушеная. Кстати, я добавила 2 зубчика чеснока. Здесь у меня где-то 250 грамм моркови. Туда идет 2 зубчика чеснока. Но можете чуть больше, чуть меньше по своему вкусу. Добавляю сюда щепотку черного перца. Дальше самый главный ингредиент здесь это хмели Одна сури. чайная ложка. Ну, еще можно вот. Можно одна чайная ложка с горкой, короче. Дальше. Соль, щепотку, потому что майонез соленый. Пробуем на вкус. Как бы, если вы не любитель соленого, то лучше после майонеза добавлять соль, чтобы было понятно, сколько вам нужно. Все перемешиваем пока в сухую. Можете 3 зубчика чеснока добавить, кому как нравится. Но вот хмели, сунели здесь Теперь обязательно. майонез. Где-то 3-4 столовые ложки майонеза получается. Хорошенько вот так вот. Все, теперь с майонезом перемешиваем вот так вот, как бы прижимая, чтобы она везде все впитала. Все, салат готов. Соль у меня получилась прям в меру, больше не надо мне. Вот поэтому соль обязательно добавляйте щепотку сначала, потом уже в конце попробуйте, если мало будет, добавите. Еще раз говорю, делается все легко, всего 5 минут занимает это все натереть. Тут морковь натереть, чеснок почистить и все. Остальное просто добавляйте соль, перец, хмели-сунели и майонез. Все. Подходит идеально к жареной курице. Плову очень хорошо подходит. Вот прям идеально к плову с мясом, допустим. Ну, вообще ко многим блюдам подходит. Вот, теперь я его накрою и поставлю где-то на час, а лучше 2 поставить в холодильник, потому что хмели-сунели и чеснок любят немножко, как бы, надо им немножко дать постоять, чтобы они дали свой вкус, аромат, все, чтобы смешалось. Вот. Ну, а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Попробуйте, обязательно вам понравится, я уверена. Всем пока-пока!